Дорогой, ты помнишь, какой сегодня день? День, когда мы познакомились? Нет. Один год наших отношений? Нет. День, когда ты познакомилась со своей матерью? Нет! Сегодня первый день, когда ты снял носки во время секса. Разве сложно, что ли, запомнить? Боже. Значит, давай сделаем фотографию в Инстаграм. Улыбнись, пожалуйста. Да не так! Улыбнись нормально, как пожалуйста. Да не надо, видишь, с открытым ртом вот так улыбаться. Ты можешь нормально сделать фотографию. Это же мой Инстаграм, блин. Братан, поехали бухать. Шлюхи ждут. Время-то не резиновое. Может, домой поедем? Будет весело и буду я на курим. Я тебя люблю. Нет, я тебя люблю сильнее. Нет, я сильнее. Нет, я сильнее. Нет, я сильнее. Нет, я! Ты куда собралась-то на ночь глядя? Тетя Марину муж побил. Опять? Да, так я ушла. Мам, телефон! Сладкая, ну где ты? Я уже внизу. Поужинаем, а потом секс в машине такой будет, что по кайфу. Как там тетя Марина? Ой, слушай, он ее так это упасил. Ой, кошмар, ну просто места живого не оставил. Тебе вообще не стыдно? А как же папа? Папа? Дима! Это же просто пи***! Мама, это пи***! Это все, это пи***! По статистике, 26% женщин изменяли своим супругам. И я бы никогда не изменила бы своему мужу. Хотя... Вот это тачка, бабуль! На такой бы в центр ехать, чтобы все охренели! Да не вопрос, погнали! Ну чего, тормози! Что-то не так? В такую тачку надо садиться только в замедленной съемке и только в очках. Пристегиваться для лохов. Погнали! Покажем, кто тут мамочка на районе. Только поедем под мою любимую песню. Только не это! Нет! И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Мам, ну что ты это? Ну как? Да, пиши. Угу. Хорошо бросил. Мам, так вообще никто не пишет. Что за выражение? Как? Хорошо подал. Хорошо подал. Ха. Хорошо. Там весь стадион на него охотится. Угу. Главное, не сиди, как мышь. Поярче должна быть. Волну упусти, как там встань. Мам, волна, это вообще кто это заметит? Это фигня. Не, ну а что? Придумал. Покажи фанатам сиськи. Эй! Ну ты что, тварь? Лёша! Лёша! Пойдет, пойдет, заметит. Он мне в такси посадил, свои шортики подарил и мячик. Телефон оставил? Нет. Дура, блядь. Бля. Возьмите, пожалуйста. Хорошее резюме, не пожалеете. Ценный сотрудник. Здравствуйте, у вас явно есть бизнес, а я еще работаю. Я бы мог бы... Вы не пожалеете! Я учился уникабельно, у меня есть опыт работы! Стой, а кем твой отец работает? У него своя строительная компания. Отлично, передай это своему отцу, пожалуйста. Ну что, возьмешь меня на работу? Ты нормальный вообще? Я просто водитель. Прикинь, нашу работу на Хасару всего за пару дней. Искал нас долго, малиновый свет упал на окна. Алло, какая компания? Спасибо, что позвонили, но я уже нашел работу.
Ну, я, короче, никогда так не делаю. Ну, знаешь, прям вот, вот сердцем, прям из печенки. Вот прям почувствовала, аж заколола вот здесь вот. Ой, блядь. Я, короче, листаю его WhatsApp и вижу, что я попала в какой-то любовный треугольник. Какой-то бермудский. Листа, и понимаю, что это нихера не треугольник. Это квадрат. Я-то думала, у нас серьезные отношения. Я ему даже носки постирала руками, блядь. Потом опять листаю и понимаю, что это даже не квадрат. Это какой-то многоугольник, тёлок, вот так. Да, блядь, я не поняла. Он меня что, за лохушку взял? Как сказал этот Омар, вот этот вот хуям, который. Ну, ты, короче, лучше голодная сиди, чем, ну, общаться со всякими паскудами. Короче, зая, я его послала. Всё. Блядь, шакал. Свернуться к зеркалу. О, с Богом! Только натуральные продукты к завтраку. Все строго по списку. Паста есть, порошок есть, мыло есть. Какая классная щетка. В списке нет, а значит не надо. Ребята собираются на вписку. В пипишку. А меня не позвали. Потому что нас, Ивановых, никто никуда не зовет. Мы сами приходим. С ноги вот так херакс, вот так дверь, значит, выбиваешь. Подходишь и говоришь, не ждали, суки. Повтори. Чё вы сидите? Да? Так это провал, ты никуда не идёшь. Мама, ну там будет Катя. Смотри. Берёшь её. Катрин, а вам никогда не били веслом? Здесь буду я с тобою. Да, да, да. Угу. Если Катя мне откажет? Ты чего? Раз, раз, раз. И уворачиваешься такой. Раз, 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 раз. Опа, опа, опа. Если навстречу идет Петров. Это чего? Я твой хуй сосал. Алло. Привет. Что за фигня? Я календарь. Что? Завтра 3 сентября. Переверни календарь. Я календарь. Я календарь. Вы готовы, дети? No, God! Я не слышу! No, God, please, no! No! Я календарь. Ну нахер! Тёмочка, смотри, какую песню. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Но мы ж не дослушали. На фото я твоё взгляну, и снова 3 сентября. Ну, первое сентября, сынок. Ну, надо, сынок. Ну, надо, миленький, надо, зайчик. Да, каждый год одно и то же. Я тоже много чего не хочу. Надо, сыночка. Сосоев будет огрызками меня кидаться. А ты его вот так ударь. Ударь его. Как ударишь? Вот. На меня опять будут посылать. Куда? На... А ты им скажи, сами идите на... Сами идите на... Да, ты учитель года, гордость школы, подаришь директору. Мама, я уволюсь. Иди уволюсь. Сначала кредит выплати за сервиз, а то увольняйся. Да нахрен мне не нужен этот сервиз. А мне нужен. Пшел! На... Учит в школе, учит в школе, учит в школе.